Платформа RAV Token – это сервис электронной коммерции и криптовалют в одном месте. RAV – это первая компания в мире, объединяющая преимущества индустрии электронной коммерции и платежей для предоставления конечных продуктов для электронной коммерции. Карта Touch and Pay – онлайн оплаты криптовалютами и единой системой вознаграждения на основе токена RAV. Цель токена RAV – быть частью повседневных покупок в интернете. Сейчас рассмотрим все функции платформы RAV. Первое. Простые и быстрые оплаты. RAV Pay – это открытый виджет, который принимает платежи в токене RAV и может использоваться любым онлайн-торговцем, а также любым другим поставщиком платежных шлюзов. RAV предоставляет неограниченное решение для оплаты RAV в мобильном и веб-кошельке RAV, открытой платформе API и рынке электронной коммерции RAV. Второе. Торговая площадка электронной коммерции. Каждый владелец магазина может завершать единую продажу или создавать платформу электронной коммерции на уровне компании, используя платформу RAV. Гибкость, предлагаемая рынком электронной коммерции RAV, дает пользователям свободу выбора того, что они хотят сделать на платформе, покупать или продавать, или участвовать в программах лояльности и получать призы. Третье. RAV Touch and Pay Card. Клиенты смогут ежедневно совершать микроплатежи в кафе, супермаркетах и онлайн-магазинах, используя карту RAV Touch and Pay. Карта RAV Touch and Pay содержит радиочастотную идентификацию для связи с устройством чтения карт для обеспечения бесконтактной оплаты. Четвертое. RAV Token Open API Platform. С помощью платформы RAV Open API пользователям не нужно знать какой-либо любой язык программирования для использования системы. Пятое. Интеграция в банковскую систему. Клиенты смогут приобретать токены RAV, используя подключенные банковские счета. Они также смогут обменять токены RAV с помощью фиата и отправить деньги обратно на связанные аккаунты. Шестое. RAV Mobile Wallet. Кошелек RAV, подключенный к биржам, поддерживает прямой обменный токен RAV и другие криптовалюты. Интеграция RAV Mobile Wallet с банками и биржами позволит пользователям платформы RAV иметь возможность пополнять токены RAV одним нажатием кнопки, отправлять и получать токены RAV, обменивать токены RAV на другие криптовалюты, такие как эфир и биткоин. Седьмое. Интеграция с криптобиржами. Интеграция платформы RAV с биржами криптовалют позволит пользователям обмениваться токенами RAV и другими криптовалютами. Восьмое. Блокчейн эфириума. В платформе RAV используются смарт-контракты для быстрого, безопасного обмена товарами на токены RAV. Это приводит к безопасному депонированию для двух транзакционных сторон. Благодаря этому методу им предоставляется гарантия возврата денег покупателю, если продукт оказывается некачественным. А для продавца гарантирует, что средства на товары, которые они размещают на рынке, безопасно передаются клиентам. Девятое. Peer-to-peer трансфер. Платформа RAV позволяет осуществлять одноранговые транзакции, которые предоставляют возможность прямого обмена товарами и услугами. Десятое. Единая система вознаграждения. RAV имеет возможность раскрыть потенциал программ вознаграждения, объединив все подразделения продаж. Детали ICO. Символ токена RAV платформа Ethereum TPRC20. Платить через эфир. Стартовая цена 1 RAV 1 цент. Softcap 2 миллиона долларов. Hardcap 25 миллионов долларов. На этом все, все важные ссылки и детали ICO снизу под видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!